Коллеги, здравствуйте. Рядом со мной Ирина Родионова, компания «Ашан». Здравствуйте. Здравствуйте. Только что закончилась сессия, и мы тут же вас к нам под камеры. Давайте подробнее о темах. Ну, была очень интересная сессия. Конечно же, никакой не секрет, мы обсуждали кризис. И как этот кризис пережить. И не может не порадовать то, что пришли к выводу, что кризис – это всегда новые возможности, новые интересные компании, новые предложения. Свято место пусто не бывает. Знаете, такая поговорка есть. Вместо одних компаний придут другие. Поэтому сессия была очень интересной. Сессия была активной. И, как всегда, на Russian Retail Week она была очень полезной. Потому что была возможность пообщаться нам, ритейлу, с нашими прекрасными поставщиками. Замечательно. Может быть, расскажете о своем каком-то выступлении, может, каком-то мнении, в котором, может быть, все согласились единогласно или были в корне не согласны, была какая-то жаркая дискуссия. Знаете, я очень рада, что с моим мнением коллеги согласились. Потому что я считаю, что скорее стакан всегда полон. И всегда надо искать возможности. И я за честные отношения между сетью и поставщиком. Я за коллаборации. Я за то, чтобы разговаривать открыто. К сожалению, ну или к счастью, последние месяцы нам показали, что не все готовы говорить открыто. И очень много появилось компаний, которые пользуются этой ситуацией для того, чтобы заработать себе какие-то дополнительные деньги. Я считаю, что это неправильно. Я очень рада, что со мной сегодня согласились, когда я сказала, что мы должны думать о покупателе. Прежде всего о покупателе и о его потребностях. И мы должны сотрудничать. Мы все побеждаем и все проигрываем. И всегда только вместе. Получается, мы можем выиграть вот в очень короткой перспективе, но при этом, что будет дальше, непонятно. А если мы сделаем хорошо покупателю, скорее всего, долго-долго счастливо будем существовать. Спасибо вам большое за интересное общение и удачи нам всем. Спасибо вам.